Всем привет, с вами как всегда Саня, и это моя грядочка с хреном, шикарно он разрастается. Я в прошлом году буквально несколько маленьких росточков посадил весной, и в конце года я не выкапывал, то есть мы огурцы солили чисто только на листьях, корни оставляли, и вот они пошли у меня, вот эти вот малюсенькие, размножаться, расти, их много. Вот тоже свежие веточки, то есть корни в сторону немножко опускают, а потом из-под земли выпрыгивают. Очень быстро он размножается, поэтому в этом году мы тоже еще не будем выкапывать сами корни, и в следующем году уже будет целая грядка битком набита. Правда, я не знаю, куда нам столько, но лучше пусть будет больше и лишний, чем его будет не хватать, потому что мы огурцы солим в больших количествах. Семья большая, родственников много, раздаем банки с огурцами. Ну, поэтому пусть будет побольше. Ну, в общем, так вот тут разрастается довольно-таки быстро, если корни не выкапывать. И вот не знаю, насколько вкуснее огурцы получаются именно с корнем хрена. Если кто-то солит именно так, с корнем, напишите, пожалуйста, комментарии, вкуснее получается или нет. Если да, то с следующего года, разумеется, я буду с удовольствием понемножку и корней выкапывать. И тоже пробовать разные рецепты. Не только с листьями, но еще и с корнем. Ну, в принципе, вот такое вот коротенькое видео. Пишите свои комментарии, кто что думает на эту тему. Ставьте лайки. Всем пока.